творческом багаже Олега Леонова более 30 персональных выставок, но в Рязани он демонстрирует свои произведения впервые. Инициатор выставки – экс-директор художественного музея Марина Котова. Договоренность о ней была достигнута на встрече в июле прошлого года, когда Олег Леонов проводил в Рязани мастер-класс. А в эти дни художник в составе государственной комиссии оценивает работы студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера. Работы относятся к концептуальному неосимволизму. Очень часто мы не замечаем информацию, скрытую в окружающих нас предметах. А ведь они передают эпохи перестройка, 90-е, 2000-е. Это часть нашей истории. Поделился художник своим видением темы. Улыбка красного гвоздя. Так называется одна из работ Леонова. Художник общается со зрителем на языке аллюзий. Это тактичная беседа, рассказ мастера о своей жизни, жизни людей и предметов, которые находятся вокруг. Герои холстов – пожившие вещи с историей. Необычное сочетание изображений добавляет новый смысл композиции. В работах художника зачастую изменен масштаб предметов. Леонов намеренно использует этот метод, чтобы сюжет был более остро воспринят зрителем. Олег Леонов – художник-философ современного реалистического искусства. Мастер останавливает на своих полотнах мгновения жизни, чтобы зритель, как и он, задержался и осознал происходящее и запечатленное, или же посмотрел на привычное с другого ракурса. Окружающий нас мир часто безмолвствует. Особенно это касается неодушевленных предметов, в которых скрыт некий символизм и временная тайна. Предметы, окружающие нас, порой живут дольше и несут информацию, скрытую от наших глаз. Задача в том, чтобы состоялся диалог. Сам художник говорит о задаче искусства и современном взгляде, как о достижении полной свободы в образах и неожиданной, порой абсурдной среды.